говне живешь, настолько привыкнешь, что приедешь в хорошее место и чувствуешь себя чужим. Берега не видать на той стороне. Их елки-палки. Жаль, что это не наша родина. Конкуренты. Кто прошел? Конкуренты. Но они нам не конкуренты. Пойдемте, ребята, я поменяла деньги. Пойдемте обедать. Пойдемте завтра. Нельзя? Sprechen Sie Deutsch? Nicht verstehen. Мельтон заинтересовался, сюда идет. Не стоит, не пойдем, все. Идет невольно. 20 фронтов всего. Et le paradoxe, c'est que nous avons été compris. Il n'y a pas eu de difficultés profondes. Je dirais que c'est bien les auteurs, c'est bien les producteurs, enfin qui produit l'œuvre, mais c'est aussi le regard du spectateur qui ont voulu le faire. Toujours parce qu'eux aussi ont eu un regard. Ce sont ces regards multipliés qui... Парни с ними, вот эти улицы, Тарас. Все видно, да? В общем, парни. Где пальмы? Вон пальмы, вот видишь пальмы? Да, право. Отель наш, да. Отель наш, да? Ой, какая красота. Да. Ты посмотри. Снял? Нравится очень. Че? Нравится, говорю. О, какая красота. Вы на каком этаже живете? На пятом. В какой квартире?
камера номер 59. А сейчас пойдем за колбасой. Вот Сеул это самое. 29 франков. Ты хотел Тане взять. Я серьезно, ты же хотел взять? Можно. Она не знает, что ей делать. Обписится, по-моему, от стеснения. Сейчас наберем. И будем питаться. Здесь для овощей все. Там тоже красиво. Италия, Италия по в Швейцарии. Швейцария, German, French, Италия, Швейцария. Не знаю даже как объяснить. Que pratiquement sont autogérés. À l'intérieur, toute la hiérarchie, elle se crée toute seule. Il y a le boss, il y a le boss. Такой вот сама, такой система. Почему она сама создается? Чем вот эта вот военная система, такое мальчишеское даже выше этого. Там есть свои авторитеты. Простите, что мы так сделали. Все. Конец. Есть еще водка, если хотите, и вот это вот водка. Дается. Водку мы в Москве будем пить. Да, в Москве. Так, ну что, джин? 3-4. А, тут у нас только джин чистый. А ведь уже ханжу. Ну, сок это будет. Мартини, наверное. Сережа, Мартини. Что будешь пить? Виски? Да? Водка. Donc deux pastis. Водка. А виски? Oui, водка виски, oui. Ванилла. Ванилла. А. Мяна. Водка. Пастис. Да? Да? Это что? Так это анисовые капли, да. Si vous voulez manger, vous voyez un dessert et puis vous voyez comment vous pouvez les manger, mais il faut les faire soigner. C'est comme ça. Et une salade mixte, une salade de tomates. C'est ça ce dont vous parlez. C'est pour une minute. On a deux ans et deux cafés. Regardez, il calcule même. Voilà. Regardez, je vous dis.
что они сказали? Скорее, в кафе что нет, сказали? Что у нас? Что сказали? Что в кафе сказали? В кафе сказали, что мы можем сказать все, что мы хотим, и укладываться в любые свои нормы. Мы хотели за 58 франков. Она сказала, да, это курица и салат, пожалуйста. Вот, но мы хотим найти другой ресторан, чтобы дали горячего супа. Там очень хочется. La salade c'est 42, c'est comme la soupe c'est combien? C'est 24 francs. Как вам тут? Да неплохо, честно говоря. Ничего. А что больше всего впечатлило? Больше всего впечатлило собственный фильм. $56, самое дешевое 26 франков, это, наверное, хлеб. English, английское меню. Вы когда-нибудь устриц едали? Устриц? Это вот эти что ли? Смотри, какие они черные, какие они невкусные, и не страшные. И 35 франков. Jury.
Наташка. Бриджит Бардо. Я Бриджит Бардо. Ça tient de vous, en fait, tout le monde. Amanda Lévy, mais ça m'a fait plaisir. Je comprends les mots, ça m'a disparu. Même le Amanda Lévy, je sais que dans le micro, ça va pas. Amanda Lévy, même si moi, tu m'aurais. On n'est pas parti, on est là. Allez, on aime toute la France. On continue. Est-ce qu'on aime la Russie? N'est ma problème. Vous êtes italiens. Это те итальянцы, с которыми мы говорили сегодня, и которые должны прийти завтра на наш просмотр. Там у них нечего есть, наверное, да? Дарижан Амирбаев. Yes, yes, да, да. Voilà notre traductrice qui arrive. Tu vas nous sauver. Good cardiogramme, Nance. Bonsoir. Rebonsoir. Bonsoir, rebonsoir. Ça va? Je peux vous aider. Oui, j'ai juste entendu dire que j'ai vu le premier film kazakh que j'ai jamais vu de ma vie. C'est des cardiogrammes. Juste, ça fait deux mois au Festival de Nantes. Je sais pas, c'est l'avion ou c'est l'avion. Trop de films. Ah, trop de films, oui. Mais si le monsieur, il pourrait peut-être préparer un peu mentalement les idées sur les films, certaines scènes, certains dialogues, des choses un peu spécifiques. Немножко продумайте так, вот как канву этого разговора по вашим любимым режиссерам и вот по любимым сценам. Окей. Спасибо. В Ленинградском институте театра, музыки и кино мы с товарищем... Когда я делал мои études à l'Institut du théâtre, de la musique et du cinéma, пропустили занятия и пошли в Дом кино ленинградский. Une fois avec mon camarade, nous avons... Там показывали фильм «Пролетая над гнездом кукушки». А Казахстан? Ну, это в Ленинграде. А Ленинград, когда он был студент. А, да, а Ленинград, да. И этот фильм показывали сразу несколько раз, несколько сеансов. One flew over the cuckoo's nest. Да. Я посмотрел первый сеанс, мне он очень понравился, и я решил остаться на второй сеанс. Остался на второй сеанс, но там заменили переводчика. Там заменили переводчика... И я смотрел тоже изображение, но историю переводчик рассказывал другую. C'est-à-dire que au lieu d'avoir des sous-titres, il y avait quelqu'un qui faisait l'interprétation. À cette époque, il y avait pas de sous-titres, il y avait quelqu'un qui traduisait. Потом я остался на третьей сеанс. Puis après, je suis resté au troisième séance. И услышал почти ту же историю, но совершенно новую. И вот из этих трех историй я понял, какой это глубокий фильм. И мне кажется, что в кино должны вот после этого понял, что в кино должны рассказываться истории, которые имеют много интерпретаций. Должны как-то сталкиваться, как у Формана, противоположности всегда. Несовместимое что-то. Des choses contradictoires doivent se heurter. Потом второй раз я с фильмами Формана столкнулся, когда смотрел фильм «Амадеус». Он только начался, фильм. И тут же кончился. А мне сказали, что было две серии. То есть он меня настолько захватил. En deux séries? Да, в двух сериях. Le film était en deux séries, mais pour lui c'était. Три часа. J'ai pas compris. Le film existe en deux épisodes. Amadeus? Полностью захватывать человека. И вот мне фильмы Формана нравятся тем, что у него берутся какие-то как бы библейские истории, центрированные, и через них человек как бы понимает свою жизнь, понимает добро, зло, историю, и делать ее как бы библейской историей, чтобы она была многозначной, что ли. И... C'est aussi comme des romans de Kazantzakis. Nikos Kazantzakis, l'écrivain. Я много занимался литературой, писал стихи, даже выпустил сборник стихотворений. Жалива, avec le vers. И вот когда
закончил, ну что ли, ушел из академии, устроился работать на некоторое время на киностудию. И вот мне очень понравилось, мы поехали в командировку, я смотрю, значит, режиссер снимал игровой фильм, и смотрю, что у него даже многое не соответствует обычной житейской логике. Искусство, оно всегда должно быть какое-то, ну, что ли, иметь под основой своей правду. Он фиксировал действительность, то, что там происходит. Фиксировал. Когда я этот материал увидел, меня просто не сразу, он не сразу принял вот ту форму, в какой, как он вылился в фильм. Je n'ai pas vu la forme dans laquelle je le ferai. Пришлось много думать и как бы его укладывать, что. То есть он как-то концентрированно, ну вот рассказывал историю, как что в самом плохом человеке, в самом униженном подростке обязательно есть божественное начало. Это то же самое, что вот в главном герое пролетает над гнездом кукушки. Обычный маленький человечек. А вот это вот любовь к жизни. И это ведь тоже божественное. И что вот эти вот ребята, ну, самые, казалось бы, выросшие во зле, несут в себе божественное начало. Tous les garçons qui étaient dans le film. Oui, non, mais je me trompais pour quel film il parlait, oui. Они несут вот какое-то маленькое зерно добра. И это в человеке неистребимо. И чем больше их унижают, как ни странно, plus on les humilie, то оно, наоборот, прорастает вопреки всему. Ça, oppose, И это меня вот в материале Тараса Попова так поразило просто, что, что мне показалось, что это просто, ну, кажется, это тоже какое-то лабораторное исследование вообще всей нашей жизни. Как-то стало понятно, почему возникло христианство тоже. Тот же самый смысл, что вот действительно в человеке, в униженном, в маленьком человеке, в самом отверженном есть божественное начало. Bien évidemment, je vous remercie d'être ici ce soir et je pense qu'il est plus facile de parler quand on a déjà dîné. Who got killed. I'm on the side of the victims, of the murdered. I mean, there was 1 million people murdered. 1 million people. So my part is give a voice to the ones who were dead.
сейчас бы посмотрели, как с негритянкой разговаривал. Пойдем мы с ней поговорим. Пойдем. Сейчас. Так пойдем. Переводчик она. Пойдем без переводчика. Ларис, там совершенно путь. Do you speak Russian? Yes, I speak yes. English too. Вы говорите по-русски? I've lost just a little paper about project you're making. And you know, I'm very sorry, but I have lost that. You know, this is a great director. You're the director? I show you, I must have, I think. What do you think about this director? Yes. Oh, yes. I think it. What do you think about you? Perhaps you have many things. Она, по-моему, плохо различала, кто рядом. Нет, ну как-то все-таки она как-то тебя отыскивала и разбирала. Excellent, mais pas réédité. Elle est pratiquement épuisée.
Là, avec la cinquième, a produit un film fait sur Pierre Schaeffer, auquel nous avons été ici très très sensibles. Et aussi que cette recherche... Justement, à cause de lui, en plus, je ne fais pas d'or et d'argent, des mentions spéciales, lesquelles... Μα πώς